Сварщик, дворник, сборщик металлолома. Военный пенсионер Эрнест Рахманкулов не знает ни усталости, ни покоя. Он считает, что только от жителей зависит, насколько комфортно будет и в собственном доме, и в родном городе. Люди понимают, что для себя делают. Не надо ждать. Угу. Можно, да, требовать, кричать, что там кто-то должен нам. Вот основное, нам должны, мы платим, вот коммуналку платим, значит дворник должен убираться. Я вот бросил бумажку, а дворник должен ее подобрать. Зачем? Жители дома – единомышленники Рахманкулова. Здесь все делается коллективно. В субботниках принимают участие 60 квартир из 60, на собраниях решают, как превратить двор в оазис, а между подъездами идет негласное соревнование, кто красивее оформит территорию. Возможности для благоустройства ищут вместе. Желание и инициатива легко компенсируют недостаток средств. Например, вот эти металлоконструкции активные жители дома высмотрели в одном из соседних дворов. Их готовились демонтировать и вывести в металлолом. Но жители договорились, нашли транспорт, привезли сюда, и буквально через несколько дней на этом месте появится беседка для отдыха пенсионеров. В этом году все районы города участвуют в реализации программы «Цветущая Самара». В Кировском районе уже разбито 15 тысяч квадратных метров цветников. К этой работе активно подключились ТОСы и крупные промышленные предприятия. Свою лепту вносит и администрация района. Цветущие площади увеличились по сравнению с прошлым годом вдвое. Мы впервые в этом году за счет средств района также активно принимали участие в озеленении газонной части, каких-то мест, где достаточно большое прохождение населения. По контракту те тысячи квадратных метров, которые планировались выполнить работ по высадке цветников, они выполнены в срок, с очень хорошим качеством. И, соответственно, в рамках муниципального контракта у нас запланирована и прополка, и поливка, и поддержание, соответственно, весь период цветения цветов в надлежащем состоянии. В администрации отмечают, что очень активно к программе подключился частный бизнес. Территории возле объектов потребительского рынка украшаются за счет собственных средств предприятий. Их хозяева говорят, что к творчеству их стимулирует новый облик города. Она действительно процветает. В этом году особенно заметно, что и скверы, и парки расчищены, цветы посажены, деревья посажены. Ну и мы, конечно, стараемся тянуться за Самарой нашей красивой. В администрации Кировского района стараются учесть ошибки, чтобы в следующем году территории стали еще эффектнее. А тем временем готовятся к фестивалю цветов и надеются занять призовое место. Инесса Панченко, Мария Калачева, Станислав Левин. События.